Всем снова здравствуйте. Вот, всем, всем кого не видел. Э мы переходим к семинарской части моих выступлений. Да, первая вводную лекцию вы слышали. Еще одна фактически, там лекция, семинар, который последний будет начинать открытости государства. Сейчас я долго, по возможности нудно, но у вас будет возможность меня перебивать, буду рассказывать про данные в образовании. Данные об образовании. Э Давайте начнем с самого начала. Как организована презентация? Первое. Я говорю про источники данных. Мои контакты сразу, чтобы, если вам надо сфотографировать, чтобы потом не ловить последний слайд. задавать вопросы по ходу. У нас полтора часа. Я лучше, так сказать, прямо в контексте вам что-то расскажу, чем потом вы можете забыть вопрос. Uh, да, поскольку полтора часа времени, uh, презентация у меня состоит в основном из скриншотов, таблиц и списков, uh, я буду много рассказывать голосом, поэтому не все будет в презентации. Презентация доступна будет у организаторов, они же зашлют потом вам, всем тоже не волнуйтесь, можно не подходить и спрашивать меня, вам пришлют, если не пришлют, тогда уже спрашивайте меня. Ну что, давайте тогда продолжим. Сразу быка за рога. Uh, Статистика образования. Я, как говорил, это история семинарская, поэтому вначале я долго, подробно буду рассказывать вам, где, какие данные есть, в какой форме, со ссылками, с описанием, что в них находится, как с этим работать. В процессе вы мне задаете вопросы, а также под конец мы с вами попробуем нарисовать региональную систему, например, там, аналитики по образованию. Мы ее разберем подробно как такой кейс, потому что на самом деле есть федеральная система мониторинга. Я, например, до сих пор сомневаюсь, что нужна выделенная региональная система мониторинга образования, но мы это проработаем, чтобы вам была понятна логика построения аналитических систем, в принципе, которые могут быть комплексные образования учитывать, и у построения систем, основанных на данных образования. Поэтому мы отработаем такой условный виртуальный кейс. И отработаем в обратной связи. Я буду задавать вопросы вам, а вы не стесняйтесь задавать вопросы мне. И особенно, когда я буду в чем-то неправ. Да, потому что вы все тут специалисты, а я такой внешне приглашенный эксперт, никогда не работавший в государстве. Я, конечно, буду ошибаться. А вы будете знать точнее. А, приступим. Статистика образования. Первый официальный источник. Система называется единая межведомственная информационная... По-моему, то ли система статистики, то ли статистическая система. Я, честно говоря, все время забываю, но важнее то, что в этой системе находится на по адресу fedstat.ru. Это система, разработанная Министерством коммуникации и связи Российской Федерации. Они являются техническим заказчиком, а функциональным заказчиком этого всего является Росстат, Федеральная служба государственной статистики. Um, у этой системы есть много полезного. Главная полезность в том, что в принципе то входит весь федеральный план статистических работ. То есть если вы знаете, у нас разрабатываются практически всякие госпрограммы, нацпроекты, есть разного рода другая аналитика, доклады государственные по состоянию той или иной отрасли. По идее, по идее все эти индикаторы должны быть запланированы и собираться в рамках так называемого федерального плана статистических работ это специальный документ на всю страну кто из вас о нем не слышал да ну я, я, ну вы все на нем знаете это чего что большинство так вот э, все данные оттуда есть они зарегистрированы в этой системе ЕМИС э, плюсом ее является то что там огромное количество показателей огромное количество ведомств федеральных федеральных ведомств э, Ростата. А также все данные доступны в виде открытых данных. Главным минусом этой системы является: там нет данных, более детализированных, чем э, субъект федерации. Там есть только несколько, очень немного, порядка 15, может быть, даже меньше количества показателей, связанных с мониторингом зон Арктики и с многородами. Их очень мало. Все остальное детализация только до субъекта. Это один минус, второй минус: данные обновляются очень нечасто. В лучшем случае данные Росстата обновляются раз в месяц. В лучшем случае часто данные обновляются раз в год и еще за предыдущий период. То есть там очень большая задержка в поступлении данных, что делает часто использование данных некомфортным. Но тем не менее это такой первый источник информации каждый раз, когда мы думаем об анализе состояния статистики образования. Смотрим дальше. Ростат gcs.ru. Я не прожу длинную ссылку, Ростата кошмарно организован. Ну, ссылки их там невозможно привести. gcs.ru. Переходите на, сайт, на раздел Официальная статистика и там раздел населения, там раздел образования. А, Ростат публикует довольно много разной информации по образованию. Кроме вот этого ресурса, у них же на сайте есть еще публикация. Так и называется доклад образования в разделе публикация. Проблема с ним в том, что последний раз обновлялся в 2003 году. Да, поэтому основной раздел поиска информации Росстата образования именно здесь. К сожалению, к сожалению, данных в принципе Росстата, они почти все собраны в основном в системе ЕМИС, Федстат. Например, в системах ЦБДС или в системах муниципальной статистики именно данных по образованию очень мало. И в принципе это одна из проблем, одна из претензий, например, к Федеральной статистической службе в том, что индикаторы, которые они собирают, часто немножко оторваны от областей применения, для которых они нужны. Вот. И, например, данные, которые собирает Росстат, в том числе по образованию, ну, кое-что есть полезное в системе ЕМИС, но на самом деле далеко не все. Но это второй источник, опять же, официальной государственной статистики в этой области. Поговорим о том, что происходит дальше. Почему на Росстате последняя публикация 2003 года, но на самом же сайте Росстата есть ссылка на сайт Высшей школы экономики, который совместно с Росстатом с 2010 года, может быть и раньше, но с 2010 года начинается публикация, публикует ежегодный сборник образования в цифрах. Этот документ, который публикуется в формате PDF. Это не таблицы, не машиночитаемые форматы, это не система EMIS и даже не сайт Росстата, где есть что-то в Excel. Это PDF-файл, в котором, тем не менее, есть довольно много полезной информации о текущем состоянии образования. Из статистических сборников это единственный имеющий некоторый официальный статус по образованию, который на сегодняшний момент существует. Дело, соответственно, высшая школа экономики. Иногда для некоторых задач он является некоторым первоисточником информации, которая нам необходима. Опять же, детализация только за субъектов, там нет детализации в каком-то большем объеме. Продолжим. Если вопросы возникают, вы мне задавайте. Архив статистики образования. Потерянный портал, неизвестный уже, там ни, на него не ссылается ни сайт Миноборнауки, ни сайт Рособрнадзора ни многое другое. stat.edu.ru, разработанный в гуп информика тысячу лет тому назад, тем не менее до сих пор доступен, до сих пор существует. Данные, которые там опубликованы, это данные э, статистики в самых разных разрезах, по высшему образованию, по школьному образованию, ну, по среднему образованию, по специальному образованию, по информатизации образования, по ЕГЭ, но только до 2008 года. То есть информация там довольно детальным образом представлена, но она ограничена датой, и с той, с той поры сайт не обновлялся. То есть там только новости менялись в 2011-2012 годах. Данные до субъекта, только до субъекта, да, да, да до субъектов. Uh, вот этот дай бог памяти, ну, по-моему, там где-то года с 2003, -го, может быть, раньше. Но uh, я точно помню только верхнюю планку 2008. -й. Вот stat.edu.ru, да, это, опять же, если вы хотите реконструировать какие-то исторические данные, но, uh, как видите, разные источники, разные методологии, поэтому если вы возьмете систему EMIS, возьмете данные стат-сборников не увше и возьмете данные статистики отсюда, вполне возможно, что очень непросто будет это свести. Если вы хотите сделать ретроспективный на анализ, например, на 10 лет назад, ох, я боюсь, это будет непростая задача, а на 15 лет тем более. Но, тем не менее, вся эта информация есть. В некоторых случаях, в некоторых задачах это может быть важно и актуально. Давайте пойдем дальше. Эта система почему-то люди меньше знают, но она существует. Это единая информационная система Минобр науки России. Я буду называть минобр науки, потому что у нас, хотя они поделились уже амебообразным образом на Минпросвет и Мин, Минобр, но кому что досталось, и как в итоге будет, по информационным системам непонятно. Все информационные системы до сих пор зарегистрированы на науки ничего там не поменено. И какие из них перед, будут переданы в Миннауке, какие останутся в Минпросвету, я не знаю. Вот скажу вам честно. А, но. У Миноборнауки была такая информационная система, которая и сейчас существует, и у которой есть довольно много сводной информации. Вот видите, я здесь специально выделил по Приморскому краю. Единственное ограничение, видите, последний раз статистика обновилась в 2014 году, то есть 4 года назад, а справки по трудоустройству и освобождению работников только в Варде и публиковали в 2016 году. То есть это данные не самые актуальные. Но, тем не менее, они присутствуют в детализации, в детальном разрезе по субъекту федерации, по многим разным показателям о том, как, например, был устроен э, обучение. Вот у них там есть и по экстернату, и по очной, и по очно-заочной форме. То есть по разным формам образования это все расписано в разного рода отчетах, а также некоторая базовая информация по каждому субъекту. Вся эта система формируется из сводной отчетности, которая собирается в Министерство образования и науки. Но и на этом все не заканчивается. Национальное исследование качества образования ру. Вы, может быть, о нем даже слышали. Это э, к вопросу, который у нас сегодня возникал в разговорах с несколькими командами. О том, можем ли мы учитывать оценки учеников в, там, в оценке работы учителей или кого-то еще. Позиция Рособранадзора всегда была о том, что не можем. Что есть для этого специального рода обследования, исследования. Вот, например, там аналитический отчет о проведении национального исследования качества математического образования или по русскому языку в 2014 году. Все это исследования, на основе которых это делается. То есть это э, один из немногих источников, где она, ну, они проводились единственно в 2014 году, и, по-моему, с тех пор это не повторялось. То есть, по крайней мере, мне не удалось найти более актуальную информацию пока на сегодняшний день. Может быть, она есть не в открытом доступе. Но и это не конец. Uh, единый национальный портал дополнительного образования для детей. dop.edu.ru Такой портал тоже существует. Он, скорее всего, останется за просветом. Он относится скорее к школьному образованию. В нем собрана довольно большая статистика. Смотрите, статистика по направлениям. Там, к сожалению, здесь отсвечивает. Ну, наверное, плохо видно. Но я могу сказать, там по порядка трех миллионов общей сложности обучающихся зафиксировано. И множество разной статистики. Я не уверен, что сейчас эта статистика там есть в достаточно качественном региональном разрезе, но тем не менее это некоторый источник, с которым можно как минимум запросить, и это, вся эта информация должна храниться в базе данных этого портала. И еще один источник данных статистики образования, это сайт asoka.edu.ru, это портал общероссийской системы оценки качества образования. Uh, данные Нико, VPR, PISA, Teams, Perl, Stalys, PIAC, ну и всех остальных тестирований. Опять же, этим порталом управляет Рособорнадзор. Они собраны в рамках этого портала. По-моему, по ну там Рособорнадзор не управляет, извините, участвует, участвует. Это не, это не их портал. Uh, на котором также собрана статистика. К сожалению, она не самая актуальная, но тем не менее это некоторые регулярные обследования и исследования. Итого, по совокупности этих порталов, почти все цифры, которые вы увидели, они относятся с детализацией до субъекта федерации. До муниципальных образований практически ничего нет. И практически ничего нет до именно статистики ну, более подробной. Если мы говорим про статистику. Давайте посмотрим теперь. Вот все те ссылки, которые были сведены в табличку, чтобы вам было нагляднее и понятнее. Вот, извините, я как бы я пожертвовал наглядностью э, ради компактности. Э, только система ЕМИС, видите, ссылка ее, он отчасти актуален, э, и там открытые данные. Только вот национальный портал образования для детей, насколько я понимаю, он там, ну, вот то, что я видел по нему, он был наиболее актуальный. Э, архив статистики уже не актуален, но и все данные не машиночитаемые. То есть все данные, которые есть, они опубликованы в форматах PDF, Excel в лучшем случае, Microsoft Word, веб-страницы, как угодно, но только не э, в виде, который можно обрабатывать. Какие цели так... О, <связывая> <пуф>. <связывая> а вы все публикуете в машиночитаемом виде? <связывая> вот с какой целью вы PDF публикуете у себя на сайте? А? Да. Давайте начнем с того, что никогда цели на то, чтобы кто-то обрабатывал данные, те, кто публиковали, не ставили. Они разрабатывали систему, в которую сходили, есть два способа это использовать: распечатывать, и иногда открывать в Excel. Не было людей, в том числе, ну, может быть, и до сих пор нет в миноборнауке, в минпросвете, которые бы понимали, что это необходимо для повторного использования. Поэтому в миноборнауке есть, например, свой э, Минпросвета, минобор бывшего бывшего, миннауки и так далее, есть свои разделы открытых данных, например, но этих данных там нету. Не потому, что они не могут это сделать, а потому, что они думают, во-первых, а зачем, да, если кто об этом не просит. Во-вторых, а, во просто не хотят ну, там, прилагать лишние усилия.

ну, вы не поверите, но большинство госорганов, в том числе федеральных, до сих пор размещают все-таки PDF-ки очень многих того, что не должно быть PDF-ками. Там только в последние годы МВД стала статистику публиковать в Excel. -е. И то не всегда, а часто PDF-ками как публиковали, так и публикуют. Такого много. Да, это вопрос разговора с ними. То есть, есть стороны там, например, есть разного рода общественные организации, академические организации, которые пытаются влиять на тот же Минобор или на Минздрав, на то, чтобы они публиковали в приличном виде. И вообще публиковали то, что они собирают. Там иногда это получается. А иногда, например, они жутко сопротивляются. Там, например, вы обратите внимание, я ничего не говорил про статистику ЕГЭ. Статистика ЕГЭ на сайте eG.edu.ru исчезла уже несколько лет. Ее просто нету. А началось с того, что появилось несколько порталов, которые стали анализировать это, и Рособорнадзор дал команду многим департаментам образования субъектов, ну, как он приказать не может, настоятельно рекомендовал удалить данные статистики ЕГЭ по школам. Была такая история. Вот. А, поэтому где-то активное сопротивление, где-то пассивное, где-то просто непонимание. А, ну, где-то просто еще, так сказать, некоторый уровень зрелости нужен. А вот не публичные источники данных. Это то, что я не упомянул, но то, что вам необходимо знать. Да. Я специально не стал приводить скриншоты. Они вам ничего не дадут да, от того, что вы их увидите. Но чтобы вы знали, всероссийские проверочные работы находятся в статграде wpratgraad.org Данные актуальны, данные не машинчитаемые, вернее, внутри системы они машинчитаемые. Доступ есть, как правило, к региональному субъекту, у субъекта федерации, к ВПР. У департаментов образования не должен быть или у профильных замов губернаторов, ну, специалистов. Но, в принципе, они не публичные. Это не открытые данные, это данные закрытые. Вторая важная часть – это автоматизированная система, информационная система сбора, анализа, предоставления информации, реализация дополнительного профессионального образования, профессионального обучения в РФ закрытая система as-dpe.mon.gov.ru вот, не публикует никаких данных в открытой форме, но тем не менее есть требования по сбору для образовательных учреждений. Они сдают все отчетность. Система сведения отчетности swot.mon.gov.ru еще одна система отчетности Минобра. Вы знаете, что в основном учителя занимаются тем, что отчетность пишут. Да. И это вот они сюда все пишут. Да, это все сюда. И официальный портал ЕГЭ, на котором собираются данные по статистике ЕГЭ, вот, но не публикуются. Но тем не менее там есть. Поэтому э, ответ на вопрос, а где же данные более детализированные, до школы, до университета, до человека, до, э, ну, до каких-то территорий, это в этих закрытых системах которые не раскрывают информацию, даже если они не являются, ну, персональными и так далее. Это внутренние системы Миноборнауки, Рособорнадзора. Вот, поэтому э, вопрос отдельный. Помните, как я говорил в выводной лекции, что одна из важнейших функций ЦДО в регионе это выстраивать отношения в том числе с федеральными органами на доступ к их данным. Это вот примеры тех систем которым, собственно, и надо выстраивать доступ. Если вы хотите заниматься данными в образовании, и вы понимаете, что не все данные есть у вас, и вам нужны данные из федеральных систем. Этот список не полон. Я на, обращу ваше внимание, я начал говорить про статистику. Вот, я на статистике не закончу, я еще много о чем буду рассказывать. Но чтобы вы понимали, статистика — это самая простая часть. Статистика — это то, что э, там можно проинвентаризировать, и то, что не, там, не накладывает каких-то очень больших ограничений, вот, кроме вот этого вот уровня. Мы переходим к данным об учреждениях. Э об учреждениях я могу говорить долго, но давайте я начну сначала. Портал «Поступай правильно». Миннобр науки России. Да, если я спешу, вы меня останавливаете, задавайте вопросы, я могу разговаривать более подробно, потому что у нас полтора часа, я уже, видите, половину презентации, прогноз за 20 минут. Вот. Я при этом могу после презентации все равно еще много чего расскажу, но вопросы задавайте. avitur.sbias.ru Это портал, организован, опять же, Минобрнауки. Вот. Его история очень простая. Сделать карточку некоторую каждого университета, каждого учреждения высшего образования и учреждения с, э, среднего профессионального образования. При этом там есть возможность, в том числе, видите, там написано, данные э, подтверждены владельцем, там я не помню, как они называются. В общем, данные подтверждены э, самой организацией. То есть там можно не, они не просто заводят, потом еще появляется официальный представитель этого университета, который добавляет туда информацию по социальным сетям официального сайта и многое-многое другое того, что нет в официальном реестре. Да. Ну, конечно, да. То есть многие даже себе расширяют дополнительную информацию, потому что это, в принципе, такой рассматривался, как, можно сказать, в каком смысле рекламный сайт Минобра, поступай, выбирай место, ну и так далее. Там много разной полезной информации. И кроме всего прочего, у этого сайта есть один приятный момент не публичный, но приятный. У него есть открытая API. То есть из него всю информацию, которая там есть, можно выгрузить. То есть когда мне понадобились все телефоны всех e-mail университетов, я их вытаскивал отсюда. Вот. Соответственно, все это есть в виде формата API, программного интерфейса, через который можно подключиться, выгружать данные. Оно не документировано, но оно легко находится там, ну, условно, исследование веб-страницы сайта, да, оно там, довольно быстро обнаруживается. Вы можете сделать это в качестве домашнего задания. Найти API портала abitur.zbias.ru. Это возможность быстро получить много разной информации, агрегировать информацию по вузам вашего субъекта или там, территории, которая с ним связана. А вот более серьезный, может быть даже, скажем, основной в каком-то смысле ресурс, связанный с учреждениями высшего профессионального и среднего профессионального образования. Это на сайте indicators.mikkedu.ru мониторинг. Размещена информация по каждому университету, по каждому учреждению среднего профессионального образования, по каждому колледжу, техникуму и так далее. В качестве примера здесь приведен, например, вы не поверите, это Дальневосточный федеральный университет. Да, это он. Вот здесь можно увидеть, что у него очень круто все с международной деятельностью, очень круто с общественно-экономической деятельностью, с научной и советской деятельностью, все потрясающе. С трудоустройством все не очень хорошо. И с заработной платы не очень хорошо. Вот. И с образовательной деятельностью тоже что-то не очень хорошо. Да, вот, вот, вот. Видите, он как вот, он очень круто продвинулся в сторону международки, общественно-экономической деятельности, научно-исследовательской деятельности. Я думаю, что это не связано с нашим курсом никак, но тем не менее... Да, смотрите, по каждому направлению, типа образовательная деятельность и все остальное, там есть детализация каждого пункта тоже в виде такого вот графика, который показывает еще по подпунктам. То есть по каждой из вот этих вот тем, которые там есть, Е1, Е2, Е3 и так далее. Я понимаю, что здесь мелко видно, поэтому… Да. Там есть опросы, есть проверки же регулярные, мониторинг собственно Миноборнауки надзора. Да, вы совершенно правы. Да, все, о чем я рассказываю. Смотрите, в чем. Ну, давайте, я вот не успел об этом проговорить, но это важный момент. С того момента, как у нас реформа образования началась, министерство разделили на две части, пришло новое руководство. Если до этого высшее образование было продолжением среднего, то сейчас высшее образование считается начально научным, то есть, как на начало науки это высшее образование. И а, Что? Да-да-да. Да, как изменится э, учет, анализ, сбор данных, мы не знаем. Какие системы пойдут в помойку, какие будут э, разработаны новые, мы не знаем. Все это настоятельно ждут. Все, я, например, там, жду публикации плана информатизации, стратегии и так далее. Э, но по всем прогнозам, скорее всего, уровень там, прозрачности высшего образования не изменится. Вот со, что будет со средним дошкольным, я не знаю. Но вот это... В любом случае, для вас некоторый индикатор мониторинга самых разных показателей от количества студентов находящихся на территории э, региона сравнивание, с возможностью сравнения по годам и по конкретным вузам. Также это возможность мониторинга до конкретного образовательного учреждения. Это официальные, да? это официальные данные. Тут, тут частные... Там есть частные вузы, да, есть. отношения какого-то серьезного вуза не имеем, баллы уже поступающих студентов. Но нам это ставят. Нет, 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 имеете, вы можете устанавливать планку. Мы можем устанавливать планку, но в регионе, допустим, вот как Амурская область, когда вуз набирает из того, что есть и то, что не уехало, мы планку установить не можем. я понимаю. Смотрите. Я понимаю, но это вопрос там условно к региональным властям, которые отвечают за школу. Да, у ДВФУ действительно есть, ну, там, условно, 68 баллов ЕГЭ, средний балл поступающих здесь. Да. Смотрите, это вопрос, да, это вопрос, Жень, я вам покажу иллюстративный пример, да, просто какие информации собираются. Вы можете посмотреть сами подробно. Коллеги, я, я не смогу говорить параллельно с вами. Можно? Давайте либо я помолчу, либо вы. Если можно. Отлично. Я могу там делать паузы, если хотите что-то обсудить. Я не против. Я передохну, и вам будет легче. А, как бы то ни было, давайте посмотрим. Я вам предлагаю этот сайт происследовать самостоятельно. Там есть данные а, по каждому вузу, включая частные. Там есть много дополнительных данных, которые вы можете проанализировать а, сами. Опять же, напоминаю, что это статистика. Индикаторы, показатели, там нет ничего про людей. Конкретного человека нету. Но есть конкретная организация по которой можно, собирая еще дополнительные данные, отслеживать там некоторые ее показатели из года в год. И, например, отслеживать, если у вас ВУЗ является регионообразующим, какой-нибудь ключевой организацией, вы можете по этим индикаторам тоже что-то узнавать заранее. В таком в автоматическом, полуавтоматическом режиме сопоставлять с другими индикаторами. Собственно, в том числе для чего стат данные могут быть нужны. Давайте дальше. Это мой любимый проект Министерства образования и науки. Честно говоря, я бы много, многое простил бы за него, если бы они его совсем доделали. Но вот тоже не обновляют они его уже два года. Uh, Graduate.edu.ru. Я сегодня о нем рассказывал. Я сегодня рассказывал вам о нем в группе. Я вам очень рекомендую на него зайти. Uh, всем тем проектам, которые думают о том, как бы uh, нам поанализировать, чем потом занимаются выпускники вузов, Начните с этого проекта, и вы увидите, как это сделано. С методологией, которая там заложена, с смысла, который они реализуют интерфейсно. А смысл проекта в следующем, что в данном проекте зарегистрированы все вузы, все, опять же, учреждения среднего профессионального образования. По ним всем есть четкая разбивка по направлениям их обучения. Ну, там, в разных вузах департаменты, кафедры и так далее. И по каждому студенту. По каждому студенту был запрос в пенсионный фонд на предмет того, сколько этот студент вообще выплачивал ну, социальных взносов. На основе этого была рассчитана его среднемесячная зарплата, и посчитана среднемесячная зарплата выпускников по каждому направлению и по каждому году. Кроме всего прочего, еще они, они анализировали того, кто из студентов уезжал из региона, кто оставался, и среднемесячную зарплату уезжавших и остающихся. Я могу сказать удручающую картину по многим депрессивным регионам, ну депрессивным, в кавычках, мы все любим, конечно, наши, наша родина, но а, то, что зарплаты остающихся, меньше уезжающих. Вот. Это некоторые показатели. Вы можете посмотреть там все. Я в качестве примера опять привожу ДВФУ. Ну, просто потому что мы тут находимся. Трудно как-то быть в университете, не приводить его в пример. Вот. Много разных персон. Там самые интересные цифры возникают где-то вот тут вот. вот. До них не дошло там по физкультуре и спорту. Вот. Но и по этим цифрам можно много чего увидеть. По всем группам, по всем направлениям. Средняя сумма выплат выпускникам, средний возраст выпускников, число допущенных к обработке, там подсчитанные цифры, и вообще общий уровень трудоустройства, включая тех, кто открывал свои, например, индивидуально, становился индивидуальными предпринимателями. То есть там сопоставление не только по СНИЛСам пенсионного фонда, там подробно разобрана методика, там можно увидеть вузы, прям где видно, что уехал выпускник за пределы какого-нибудь Рязанского училища, и у него сразу зарплата в три раза выше. Вот. Поэтому это, в принципе, цифра очень интересная. К сожалению, эти данные не машинчитаемые, как и во всех остальных системах. Но это к вопросу о том, что я вам говорил, есть у вас технические навыки, либо умеете ли вы стать задачи-программистом. Сбор данных с веб-систем, веб-страниц, с PDF сложно, но с веб-сайтов не так сложно. Это так называемая процедура скрейпинг. То есть, ну. Из веб-страницы выдирается информация, преобразуется, делаются табличные данные, из которых можно уже работать в Excel, в базе данных загружать, работать в какой-то иной форме. Именно вот этот проект, к сожалению, перестал развиваться два года назад. Я не знаю, что случилось опять в самом Минобре. То есть, ну, на мой взгляд, один из самых полезных проектов. И последние данные здесь за 2016 год. Вот, Но и даже это оно само по себе интересно. И, э, чего этому проекту не хватает, и чего глобально здесь нету, нет сопоставления конкретных работодателей. То есть трудоустройство студента понятно, что он работает, и мы за него платят белые вот. соцвносы. Со 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 Но непонятно, а где он работает. Вообще по специальности, не по специальности. Чем он занимается? Этого здесь нет. И это глобальная проблема вообще всей российской статистики образования. У нас нет как-то механизма переходных ключей, сопоставления э, профессий, даже областей занятости и выпуска. У нас абсолютно оторваны образовательные программы от областей занятости. Поэтому, к сожалению, мы не можем нормальным образом это подсчитать. И такой работы никто в России никогда не делал. Если останется время, я немножко расскажу про зарубежные проекты, вот, которые пытаются эту задачу решить. Есть такой американский проект data.io, вот, который, похоже, задачу решает. Да, в ПФР. Они получили, как я понял от организаторов, они направляли информацию, но получали в итоге только агрегированные цифры. То есть, да, то есть ПФР не передавал им непосредственно э, персональные. То есть там была процедура на Хабар хабаре по-моему, вот если поискать по ключевому слову graduate.edu.ru, там была большая статья, где разработчики об этом рассказывали, как они все это делали и насколько это было все непросто. Вам надо договориться с пенсионным фондом. Поэтому я вот всячески рекомендую почитать методологию этого ресурса. Но я вот э, могу пом помочь вам поискать в пенсии. Вы можете и сами. Вот я говорю, они публиковали статью на Хабре, того, как они это делали. И э, ну вот сейчас я просто, к сожалению, уже не знаю, кто за это будет отвечать. Потому что в чем у нас проблема? Высшее образование теперь в Миннауке, среднепрофессиональное получается в Минпросвете. Вот кому достанется эта система, я не знаю. Может быть, она просто как-то зависнет и будет новая. Может, и вообще, так сказать, мы последний раз увидим. Но э, как бы то ни было, вот методику я туда рекомендую посмотреть, потому что там они описывают, как они это делали. Возможно, вы можете повторить это там, ну, официальным запросом в ПФР. Попробуем дальше. Карта вузов Рособорнадзора. Да. Как ни странно, да, по высшим образовательным учреждениям у Рособорнадзора есть специальный сайт map.ubernadzor.gov.ru. Зачем они это сделали, я до сих пор не понимаю. Видимо, они как-то с Миннауки, ой, с Минобором конкурировали, кто сделает там, те сделали сайт для абитуриентов, эти сделали сайт вузов, и те, и те по-хорошему ориентированы на студентов и на родителей. Но э, здесь тоже есть некоторая базовая информация об университете, видите, средний балл ЕГЭ, наличие правил приема, подключение к физге, ну, общей численность студентов. По идее, все те же данные есть и в системах индикатора мониторинга и системе для, для абитуриентов. Но, тем не менее, здесь они повторяются, и здесь их можно также найти. Это просто система, которая имеет дополнительную информацию, дублирующуюся уже в других. А также здесь надо поговорить поподробнее. Это системы, которые я подробно в презентации не разбирал, но о которых поговорю вам Ну так. Первое, если вы хотите что-либо делать с, именно с, по данным организации образования, это источник под названием ЕГРЮЛ. В ЕГРЮЛе все юридические лица в России находящиеся, все юридические лица, которые занимаются оказанием образовательных услуг, обязаны иметь аккредитацию ну, ну, и лицензию. Там, ну, в общем, они должны быть в системе, они должны быть под ведомственное Вот Все эти организации находятся в ЕГРЮЛе. Иногда они эту аккредитацию могут или лицензию потерять, иногда с ней может подойти что-то другое, иногда там может э, какие-то организации могут что-то где-то обманывать, но как бы то ни было, это некоторый первый источник. Вместе с Егрюлом рядом, к сожалению, это не ФНС, а отдельно публикуют эти данные Росстат, это бухгалтерские балансы по всем организациям в Российской Федерации, которые ну, обязаны сдавать в Росстат. И многие данные, в том числе по учреждению образования, например, по их бухгалтерским балансам, по их экономической деятельности, можно найти оттуда. То есть если вы мониторите какие-нибудь частные школы, находящиеся в вашем субъекте, то источник их финансирования, он отражен в бухгалтерских балансах. Проблема с ними очень длинная задержка. Ростат публикует данные с задержкой примерно в 10 месяцев. То есть данные за 2017 год «Бухбаланс» официально опубликовано только в начале ноября, ну то есть в конце октября. А, ну там через их в губ за деньги они были доступны примерно с августа месяца. Второй малоизвестный ресурс, но важный. Это а, да. Давайте прежде чем я скажу о нем, вообще у нас есть коммерческие вузы в России? Есть? есть? Коммерческие вузы. Есть? Ну, хоть один назовите. Ну какой? Какой? Некоммерческий. Оно. Все оно. Вот. Особенность российского образования, что все образовательные учреждения у нас некоммерческие. Да, как правило, ну там есть разные... Все они при этом зарабатывают как синергия, да. Хотя синергия тоже оно. Автономная некоммерческая организация. Они все зарегистрированы на сайте unro.minus.ru. Все негосударственные. Вот, по, того, по той причине, что все некоммерческие организации там зарегистрированы. Там уже находятся их отчеты как некоммерческих организаций. Должны быть те, кто сдает из них. Это там небольшой штраф за нарушение. Но суть в том, что в России. Вузы могут быть либо государственные, либо негосударственные, некоммерческие. Это прям требование закона. Это пытались несколько раз менять, потому что это нонсенс. Все понимают, что синергия это коммерческий вуз, все понимают, что какой-нибудь э, вот, Институт дизайна это коммерческий вуз, и еще на самом деле их, их десятки сотни коммерческих вузов. Это, на мой взгляд, нормально. Но закон есть закон он требует оно. Поэтому деньги в основном с них выводят там, через разного рода там, договора аренды, там, договора обслуживания, договора со столовыми, с чем-либо еще. Ну, то есть это разного рода сервисные договора. Фактически все равно владельцы имеют возможность выводить средства даже с некоммерческой организации по вполне формальным причинам. Но для нас это дает дополнительную возможность через реестр НКО и реестр отчетов НКО еще собирать дополнительную информацию о тех вузах, тех образовательных учреждениях. Да, я говорил про вузы, извините, конечно, не только вузы. Все образовательные учреждения могут быть либо государственные, либо некоммерческие. Поэтому корпоративный университет Сбербанка – это некоммерческая организация. Кооперативный университет любого другой корпорации – это некоммерческая организация. Они все есть в этой самой АИСУНРО. А, но это же мы говорим сейчас про негосударственные вузы, а есть государственные, что с ними. Вот. Обычно я преподаю, например, я, ну, там, в свободное время преподаю дата э, журналистам, студентам, которые являются журналистами и работают с данными. Я говорю, начните первую работу свою с того, что возьмите свой вуз, найдите его бюджет и визуализируйте. А где найти бюджет вашего вуза? Понятно, где найти бюджет страны, где найти бюджет города, региона, а вуза? Так вот, бюджет вуза, если он федеральный и государственный, ну, вообще, если он государственный, находится на портале BASGOFRO. Я думаю, про, вы, про него вы все знаете. Да, это портал, конечно, с качеством данных там все не очень хорошо. Да, там нет наказаний за непредоставление информации. Пока нету, пока еще МИНФИН. А уже есть, да? Уже появилось. Но ну, вот да. они все-таки все стали так делать. Да. Еще пару лет назад они обещали, что они это начнут. Я вот. Я бывший член. Но они все размещают. До сих пор не все размещают. Должны. Нет, нет, не все размещают. Я могу сказать, вот как человек, периодически пользующийся этими данными. А, размещают не все. Просто вот как тезис… Да. Да, мы данные оттуда выгружаем, в отличие от многих других систем, там, там размещают не все, но все федеральные университеты, все да, колледжи, школы, там есть. Если вы хотите узнать бюджет образовательного учреждения, это сюда. Если вы хотите найти его устав, это сюда. Если вы хотите найти любую другую информацию, в принципе, о бюджетном учреждении, это сюда. Поэтому, когда вы делаете какую-то систематизированную аналитическую систему по именно организациям образования, гофру является одним из первичных источников информации. Одним из наиболее таких вот очевидных стартовых. И, наконец, единый сайт государственного муниципального заказа: закупки.gov.ru. Еще до того, как появился гофру закупки гофру был одним из первоисточников всего реестра всех госучреждений и, соответственно, данных по ним. Потому что если, например, бюджетные учреждения в итоге появились на базе ГУФРУ, то, например, органы власти на базе ГУФРУ отсутствуют. Они до сих пор существуют только в рамках единого сайта государственно-муниципального заказа. Это дает возможность, в первую очередь, отслеживать разного рода ну, собственно, деятельность этих организаций и самых разных точек зрения. Опять же, в основном тех, которые относятся к, как к тем, кто раздает деньги, так и к тем, кто деньги получает. Здесь многое не перечислено. Вот я могу сказать, что здесь чего нету дополнительно. Единый портал бюджетной системы: budget.gov.ru. Все федеральные субсидии с недавних пор публикуются в специальном реестре соглашений. Есть. Ох телки, я же его пропустил. Тогда мне надо рассказать. Все федеральные субсидии публикуются на специальном портале: budget.gov.ru. Uh, он, в принципе, с какой сайт изначально был скорее просветительский, аналитический, то есть там были какие-то цифры, аналитика, но там появились уже полные реестры. Порядка 80 тысяч субсидий там было буквально еще совсем недавно, уже наверняка больше. Uh, значительная часть этих субсидий — это субсидии образовательным учреждениям. Это субсидии Миноборнауки вузам на миллиард рублей. Собственно, на выполнение госзаданий. Одна из особенностей, безусловно, там публикуется весь текст этих госзаданий и довольно подробная информация о каждой субсидии. Опять же, если вы делаете какую-то систему мониторинга, в том числе финансов, которые поступают на регион, на университет, они часто идут с федеральных бюджетов, особенно с федерального университета в регионе, вы можете отследить это здесь. Там же на м -м, сайте budget.gov.ru есть специальный реестр. Называется реестр участников и неучастников бюджетного процесса. Так сказать, ну как-то участников и соучастников. Его отличие в том, что в отличие от закупок, в отличие от баз ГУФРУ, это только реестр организации. Но реестр с контактами, реестр с дополнительной информацией, со всеми полномочиями, так вот, с недавних пор Минфин ведет тотальный реестр всех организаций, имеющих лицевые счета в казначействе. Это глобальный вот реестр, где в том числе есть все вузы. Когда мы, например, по другим тем, ну, вот я давайте придем из другой области, я занимаюсь глобальным порталом, который интегрирует всю информацию о всех некоммерческих организациях в России все НКО. У нас порядка 700 тысяч НКО сведено в этом портале. В том числе мы их выгружаем из Budget ГУФРУ, из баз ГУФРУ, из э, системы UNRO, там, из портала закупок, всех-всех-всех источников. Ну, вот. Точно так же и в системе образования. Из реестра участников и неучастников можно выгрузить информацию для проверки других реестров. Итоговая сводная информация, она оказывается немножко более сложной, чем просто взять один ресурс и смотреть его. Давайте попробуем дальше. Итого. Общедоступные источники данных. Портал поступая правильно, abiturtsbias.ru. Актуальный. Тип данных там есть API. А, мониторинг ВПО и СПО. Вы все помните. Мониторинг трудоустройства выпускников. И карта вузов Рособорнадзора. Там данных машин читаемых нет, их надо собирать с веб-страниц. Но опять же там вся информация есть по вузу. Что осталось за пределами этого? Это осталась информация вся, разного рода рейтингов. Рейтинги образовательных учреждений имеют по сути две природы. Одна это то, что публикуются органами власти. Ну, например, власти Москвы публикуют рейтинг школ вот, по качеству образования. По закрытой методике, никто не знает, как они оценивают. Но, наверное, топ-20 в какой-то пропорции, действительно, топ-20. А кто на каком месте, я не знаю. Вот. Это по той области, которую я знаю, а есть разного рода коммерческие компании международные исследовательские центры, которые публикуют в основном рейтинги вузов. Вот, все они не государственные. Там материя рейтинг, еще какие-нибудь рейтинги. Они все делаются, в общем, ну, независимо. Их можно оценивать, сравнивать по методологии. Но я их не рассматривал, это вы можете как бы, рассмотреть отдельно. Попробуем дальше. Какие еще источники информации существуют и как их искать? все, что я вам рассказал, да, это по сути, ну, да, не знаю, там, систем 20. Ну, в лучшем случае, а скорее меньше. Всего э, у Рособранадзора, у Минобранауки, всех остальных, порядка 60 информационных систем, действующих, официально зарегистрированных. Все они зарегистрированы в ГИС координации информатизации, портал.иски.gov. Вы можете найти их, ну, собственно, открыть. И отфильтровать. Э, да, среди ВГИС у Роминоборнауки ни одной в нету, зарегистрированных на них. Они есть у Роскомнадзора. Ой, Рособронадзора. А вот среди информационных систем, опять же, они существуют на сайте в ГИС-координации, там есть системы и у и Министерства образования и науки. Ой, извините. Минобран, э, да, миноборнауки старое название. Я, я все время путаю. Они вот как-то. Во всех везде они остаются в старом названии, хотя еще до сих пор не разделены. Так вот, на портал yskit.gov.ru Если что-то из упомянутого здесь, а я здесь многое не упомянул, осталось вне, скорее всего, вы сможете найти, инвентаризируя данные там. Там есть в том числе информация по внутренним системам Рособорнадзора, которая охватывает до конкретного человека. Второе это реестр информационных систем на сайтах Миннауки, ну, Миноборнауки, Минпросвета, а также Рособрнадзора на их сайтах есть раздел информационной системы. Проблема в том, что информация там менее подробная, чем на сайте в координации информатизации. Поэтому все равно стартовая точка это оттуда. И, наконец, реестр информационных систем субъектов Федерации. Я сегодня никак не рассказывал про субъекты. Субъектов очень много. Можно только просистематизировать некоторые базовые вещи, на каком уровне, где хранится. Но в каждом субъекте внедрены, как правило, свои системы. Иногда типовые, но все-таки со своей спецификой. И какие частные источники данных существуют? Сейчас я коротко расскажу про частные источники данных, а потом начнем говорить про карту данных образования. Социальные сети, ВКонтакте, Facebook, одноклассники и другие. Ну, давайте начнем с того, что только ВКонтакте на самом деле. То есть одноклассники не охватывают аудиторию, которая вам нужна. Facebook не дает возможности извлекать из него информацию, на самом деле собирать по профилям, то есть они жестко блокируют всех тех, кто пытается это делать. А ВКонтакте скопировало несколько крупных там, игроков на рынке. Там Артур Хачуян, которого здесь выступал, рынке об этом рассказывал. Вот. Ну, кроме него это занимается еще несколько компаний. Но суть в том, что э, -э информация принципе вообще доступна. Там главная проблема в том, что многие из профилей, которые в том числе указали образование, они фейковые, это боты. Вот, либо люди стоят по 2-3 аккаунта, но тем не менее все равно это дает некоторую возможность аналитики и сопоставления по некоторым до дополнительным критериям, стоит ли за этим живой человек, либо бот. Инстаграм а в России более популярен, чем какие-то другие социальные сети, но там нет никакой привязки к образованию. Это такая очень сфокусированная социальная сеть. То же самое с Твиттером. Смотрите, это может быть часть информации, но в Инстаграме очень много ботов, поэтому то есть это можно использовать, я не спорю, да, но я боюсь, что это просто для вас несет меньше информации, потому что даже собрав всех подписчиков, все равно надо с чем-то сопоставлять. Если вы собрали, например, подписчика сообщества вуза во ВКонтакте, то вы можете смотреть у них в профилях указания этого вуза. Да, и, соответственно, знать их происхождение, там, школу, регион и так далее но с большей вероятностью быть уверенными. 100% уверенности нет. А по Инстаграм, по Твиттеру, к сожалению, нет. Поэтому это довольно ограниченные инструменты. И порталы поиска работы и резюме — это Headhunter, Job.ru, Работа.ru. Это все порталы, на которых собирается информация как по предпочтениям работодателей, когда они говорят, из таких-то вузов мы хотим брать людей, так и по происхождению самих студентов, например. Я хотел указать здесь труд всем, но почему не стал, скажу честно. Дело в том, что труд всем это система служб занятости, вот, да. Он они со служб занятости, при этом они не дают на самом деле полного резюме вот человека. Они дают возможность увидеть только некоторую базовую информацию о нем. Там нет информации уже сопоставления с конкретным фио, с какими-то э, полувозрастными группами, ну и так далее. То есть на самом деле труд всем, к сожалению, к сожалению, довольно ограниченный ресурс для каких-то таких сложных исследований. Интересный, полезный, но, опять же, поскольку это службы занятости, это многие люди идут в службы занятости, а потом, ну, то, по, 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 по разным причинам, что они обязаны это делать, или там, чтобы получать пособие, но не по той причине, что они адекватно ищут работу. То же самое многие работодатели размещают вакансии в службе занятости не по той причине, что им люди нужны. Но это более серьезный вопрос о теневой занятости в России, ну, просто сейчас не охватим. Инкетин запрещен в России. Ну, он по этой причине он сейчас очень ограниченный, да. Он там, это, скажем так, это Microsoft отказались перенести сервера с персональными данными в Россию. Нет. Так, ну давайте дальше. Facebook нет, не держит. Facebook не планирует. Но, ну, Рособнадзор типа их предупреждает, Роскомнадзор их предупреждает, но пока нет, не переносит. Но поз... если бы, как это, они могли, но они не могут. Ну, понимаете, Telegram маленький, на него Роскомнадзор может, а на Facebook не может. Ну что, давайте да, продолжим. Самое главное — это формулировать вопросы. Самое главное — это вопросы. С них все начинается не с, даже не с данных, а вообще зачем все это надо. Вот зачем. Я показывал до этого карты данных, вот примерно как я их рисую. Вот. Это делается программа XMind. Зеленым данные доступны, желтым данные частично доступны, и красным данные не публичны. Где найти статистику образования? Здесь видите еще несколько, по-моему, я все здесь упоминал. А, я, да, я не упоминал Портал CSRS, я не упомянул, сайт Миноборнауки там что-то было, сайты Департамента образования и субъектов и портал еду.wpr.ru. Видите? Видите, еще источники информации. Вот. А, все эти карты, как я уже упоминал, рисуются в режиме мозгового штурма. То есть это не финальный продукт. Это нечто, что дает возможность оттолкнуться, чтобы подумать чуть дальше. То есть первый шаг это ну, просто их порисовать. Второй шаг это уже систематизировать и понять вообще, насколько это применимо к той задаче, которую мы хотим решить. Вот, например, для проекта по статистике образования это вот эти вот источники. Где найти показатели телезенности вузов? Конечно. А презентация потом будет раз разослана. Я не все, как это, листья это, всей этой аналитики здесь разложил, но некоторые, что это просто для наглядности, чтобы вы понимали, как это, скорее, как это рисуется. Дальше. Колледжи то же самое. О бюджетах образовательных организаций, Бюджет, Кофру, Баз Гофру, Унро, Стат о госрасходах на образование. И здесь вот видите, я, вот, я до этого охватил только две темы, статистика и данные по образовательным учреждениям. А если мы смотрим разрезы другие, например, возьмем разрез финансы. В разрезе финансы мы уже вспоминаем, что есть баджет Гофру, закупки, данные Росказны, баджет Еду.ру, это открытый бюджет Министерства образования и науки, сайты департаментов финансов, сайты открытых бюджетов, портал программ.gov.ru, и, наконец, есть такой закрытый специальный портал fin.edu.ru, где идет учет бюджета Миноборнауки, вообще системы образования. Также у них велась и подобная статистика. Базовая информация о образовательных учреждениях. Ну, большая часть ресурсов я уже упоминал. Мапа Оборнадзор, Абитур, Доп.еду.ру, Егрю, сайты департаментов, закупки Оборнадзор и Базгофру здесь баджет гуфру пропущен, потому что есть еще и реестр участников и неучастников. То есть, по сути, все, что я вам рассказывал ранее в презентации, все это рисуется в виде карты, выглядит она вот так. Ну, видит совсем мелко, поэтому я вам ее показывал по частям. А, и здесь гораздо больше вопросов рассмотрено. Например, вот здесь еще информация, где найти по каждому ученику и студенту. Видите, все красное, кроме сайта Олимпиад, потому что все эти данные закрыты. Куча систем, в которых они содержатся, но публиковать нельзя, это персданное. Так, презентация у меня закончилась, у нас еще порядка получаса, я могу вам о чем-нибудь рассказать, подробнее о какой-нибудь системе? Да? Да, вас рекомендов... да, меня зовут Александр, и вас, Иван, да, рекомендовали как человека, который вот очень хорошо умеет доставать данные, да. Хотелось бы вот от вас услышать какие-то рекомендации, может быть, какие-то советы или, может, даже возможности. Ну, смотрите, давайте я, я попробую, да. У меня предложение какое? Я могу поотвечать, дать поймем развилку, да, я могу поотвечать на ваши вопросы, можем устроить что-то вроде дискуссии, я позадаю вопросы вам, вы мне, или я могу по вашей сдаче, например, как то, что он предлагал, сделать визуализацию системы образования, попробовать нарисовать на доске, то есть примерно как, ее, как бы ее проектировали. Вот, у нас, все-таки, знаете, семинарское. Оно предполагает э, наше с вами взаимодействие. Дайте отвечу на ваш вопрос. Как какие рекомендации по тому, как брать данные? А... попробую это нарисовать. Или написать. Первое. Рекомендация. Комен. Да. Первое. Это команда. Uh, у меня порядка 10 человек в команде, которые uh, так или иначе работают с данными. Там, как правило, каждый свихнулся на какой-то своей теме. То есть кто-то на данных по госфинансам, кто-то на данных по некоммерческим организациям, кто-то на данных по образованию, кто-то на чем-то еще. не вот. uh, специалисты, в общем, которые просто на чем-то довольно плотно занимаются. То есть первое ⁇ это формирование команды, людей, заинтересованных, постоянно в этом работающих. Это ну, первый способ, с помощью которого я все это дело. второе это эксперты. я много чего рассказываю, да и может показаться, что я все знаю. это неправда. Да, я как это старательно притворяюсь. да у нас есть да, большой пул людей, которые в этом разбираются. Вот. А, я всего лишь просто затачиваю каждый раз свое выступление под аудиторию. Я долго выясняю, кто там будет, как он будет, сколько в возраст, какой квалификации и так далее. Под это затачиваю каждый раз свою презентацию. Но, в принципе, откуда я черпаю знания в том числе. Так, давайте я напишу эксперты. Эксперты. А, есть в Телеграме чатик. Телеграм запрещен в России канал, поэтому я его не рекламирую, но я, ну, вы найдете как-нибудь способ. ТМЕ, а, Open Data Russia. Да, Data чат. Вы вам уже Артур, наверное, рассказывал, да? Тогда не буду рассказывать. В общем, Data Russia. Open Data Russia. <coughs> Давайте напишу все-таки, да. Я? да. Артур правильно все сделал. Open Data Russia. Russia. Это об общий чат, который у нас существует по открытым данным. Я веду в Телеграме свой канал, который называется Бегтин. Бегтин, по моей фамилии. И у этого канала есть чат. Бегтин. Чат. Но поскольку я занимаюсь не только данными, там много всего. В чате у меня тоже некоторый пул экспертов накапливается, людей, которые разбираются уже лучше. То есть, например, есть тема статистика ГИБДД. Вот. А статистика, в принципе, дорожных происшествий уже есть пул людей, которые в этом очень хорошо разбираются, которые сделали несколько общественных проектов на э, этих данных. Есть, например, такой проект ДТП Стат, который полностью основан ДТП который полностью основан на этих данных. Есть несколько команд ребят, которые занимаются этим в очень плотном режиме. Кто-то на этом, ну вообще на данных ГИБДД зарабатывает деньги, делая хорошие обще... кто-то делает общественные проекты. Поэтому второй пул — это эксперты. Эксперты позволяют часто найти данные, либо предупредить о том, что с ними что-то происходит. Появился новый ресурс, там новая государственная система появилась, или какие-то данные исчезли. Поэтому это, вот, собственно, довольно важно. Никто? То есть это на а большая часть на энтузиазме? полно. Люди в регионах хотят видеть статистику по своему региону. Он на фандрайзинге существует, они собирают по несколько тысяч рублей из региона и подключают дополнительный вот, общественный проект. Ну, там просто ребята-энтузиасты, они считают, что это полезно. Они до этого сделали бот в Твиттере, который каждый день, э день публикует количество людей, погибших вчера на, в авариях. Очень популярный бот. Просто люди подписываются и говорят, вчера погибло 3000 человек в России. Вот. Uh, нет, по статистике ГБДД. Давайте, давайте я вам тогда, ну, где-нибудь вот тут вот напишу. Стат uh, ру Это один ресурс, а второй безопасные дороги РФ. Безопасные дороги РФ. Давайте вот это отделю отдельно. Это именно по ДТП. Первый это ресурс ГБДД, второй более расширенный ресурс сделан в Минсвязи, ну в рамках проекта безопасные дороги, и там и там довольно детализированная информация, являющаяся в общем ну, открытыми данными. Да, но ну, продолжая, собственно, как мы данные собираем, то есть первое это команда, второе это эксперты, а третье это важно знать источники информации. Вот я вам скажу так, что для того, чтобы разбираться, как устроены госданные, важно знать две вещи. Первое это как государство устроено. Вот что, например, большинство общественников не знает, а что общественников не знают, кто, например, отвечает в России за сбор криминальной статистики. Вы знаете, кстати, криминальной статистики? Кто в России отвечает за сбор? М? Следственный комитет? Нет, не Следственный комитет. Генеральная прокуратура. 2012 года. До 2012 года, когда у них отняли полномочия по возбуждению уголовных дел то им дали полномочия по регистрации преступлений. И теперь газ правая статистика — это система, которая должна объединять. Там просто денег не дали, поэтому до сих пор тяжело внедряется. Но уже в процессе, там все уже гораздо лучше. Вот. Поэтому, э да, поэтому важно знать два фактора. Первый — это как устроено государство, а второй — как устроены системы, которые государство создает. Да. Василий Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. У меня такой вопрос. Вы рассказывали, как находить уже какие-то имеющиеся готовые данные, вот как создавать их, как создавать потоки данных. Вот это вот как интересно было бы, что вы можете прокомментировать про, про это. Так, ну, ну, это не сложно. Это, в общем, на самом деле для этого достаточно просто ну, нормативного документа о создании информационной системы. Как правило, у нее должно быть ну, некоторая концепция в идеале, для чего она создается? Должно быть некоторое нормативное обоснование. Орган, у которого есть полномочия. Вот. Самая главная цель, задача у этого нужна. То есть, если вы делаете, вот я вот рассказывал несколько кейсов, например, там кейс мониторинга ну, туристической привлекательности региона. Там, создать единую карту, условно карту лояльности такой welcome-карт у региона, для того, чтобы выдавать их туристам, ну, продавать туристам, предоставлять. Так вот, например, для создания этой системы на самом деле государственных нормативных документов не надо. Надо это делать в формате ЧГП, чтобы это была частная система, которая государство имеет прямой доступ ну, и может работать с этой информацией. Но она вполне коммерчески окупаемая при некой административной поддержке. Вот есть такой формат. И, кстати, сейчас 149 ФЗ позволяет использовать информационные системы в формате ЧГП. Вот это так частное государственное партнерство. Ну, чтобы не путать с ГЧП, я говорю ЧГП. А ГЧП это государственное, это как это частное партнерство. А еще государственная чрезвычайная комиссия. ГЧП, ой, простите. Память моя уже не та. Прошу прощения, вы третий пункт не э, договорили. То есть вы сказали, что две вещи нужны, Один это... Да, знание госуправления, да, <свят> знание <свят> госупр плюс анализ систем. Ну, так уж получилось, что <свят> <свят> я сам выходец из системного интегратора. Когда-то просто встал на пусть истины и бросил работу над госпроектами. Вот. Но до сих пор все хорошо помню. Да, занял роль эксперта, а не подрядчика. И важно знать, как система устроена изнутри. Как они разрабатываются, как они делаются, на каких основаниях, где они регистрируются. Я вам упоминал несколько раз этот портал координации и информатизации. Это ну, хорошая стартовая точка, когда мы анализируем ну, вот, информацию о тех системах, которые, хотя бы базовых, которые существуют. Вот их анализ, вот, например, одна из тех работ, которые я делаю в этом году, буду делать в следующем году, потому что есть сейчас уже один орган власти, счетная палата, которая имеет право на доступ к федеральным государственным информационным системам. Есть второй орган власти, это генеральная прокуратура, которая уже очень серьезно обсуждает о дистанционном доступе к информационным системам проверяемых организаций, чтобы не выезжать и вынимать все документы, а дистанционно подключаться, смотреть и уже дальше принимать решение, надо выезжать или не надо выезжать. Там много чего нужно, да, но, например, в, в Счетной палате есть система, называется АИС вот, Это Вот система дистанционного доступа ко всем данным Федерального казначейства, Минфина, Росреестра и многих других систем. Прям из Счетной палаты защищенной сети по специальным каналам. Вот, я, да, все, что я вам рассказываю, это открытая информация, да, она есть на портале закупок, чтобы на всякий случай. Да, да, то, что не закрыто, я вам не расскажу. Вот. <сёкновение> что что? или способ, как привлечь целевую аудиторию и увеличить ее количество? Я боюсь, что это вопрос вообще не ко мне. То есть остается банальное SEO и форсинг? Я рассказываю про данные. Я не это рассказываю. Данные. Все данные тогда уже. Так сказать, там произносимые вами слова, это тоже данные. Но SEO, SEO инфорсинг и SEO и продвижение. Это специалисты в этом на рынке есть. Стоят они либо не очень дорого, либо очень дорого, как вам найдется. Я специалист другого рода. Я, сп... я работаю с данными. Так э -э смотрите, можем вернуться опять к той модели, про которую я говорил. Я могу попытаться <связать> описать, как спроектировать систему мониторинга образования. Можем подискутировать на ключевых проблемах. Либо я могу поотвечать на ваши вопросы. Времени у нас последний еще. Вопрос. Тогда у нас, смотрите, у нас еще примерно 20 минут. Можно, конечно, последний вопрос. Ге, yeah, оно закрыто рекомендательным, ну, письмом, которое рекомендации о том, чтобы не покупать. А я могу сказать, среди. почему закрыто? Да, вот, вот хотелось бы вот это услышать. Давайте я это, это напишу. Российские школы РФ школы школы.рф. Uh, это проект, относительно небольшой, сделанный uh, студентом, бывшим студентом Высшей школы экономики Сергеем Устиновым uh, примерно три года назад, которым uh, Сергей, собственно, взял по нескольким субъектам uh, данные из отчетов, ну, сайтов региональных центров образования плюс данные из баз плюс других источников, и стал делать рейтинги школ по регионам. Просто на основе средних баллов ЕГЭ. Очень простая задача. Ну, там, в общем, несложно. Вот, всем стало нравиться. Сергей выиграл у нас конкурс Budget Apps. Так получилось, что я вот уже много лет там, журю, организую для Минфина этот конкурс. Э на основе финансовых данных, а поскольку он там еще использовал, подгружал данные по закупкам, как раз данные из этих самых систем Infinity по баз гофру, то его там лично потом министр Нестеренко нагружал, говорил, какой замечательный, хороший проект, вот, делают тут студенты. А проект здесь очень хорошо выглядит, он, ну, хорошо сделал, но немножко подвис. Почему? Потому что Рособрнадзор неожиданно напрягся и сказал, что ЕГЭ это, знаете, такой неправильный показатель. ЕГЭ мы по ЕГЭ можем вас оценивать из школы, а вы, граждане, по ЕГЭ никого оценивать не имеете права. Потому что ЕГЭ исключительно для нашей внутренней оценки. Это официальная позиция вот как раз Кравцова с вот. И первое, что они сделали, они сняли статистику ЕГЭ с сайта ЕГЭ. Второе, что они сделали, они стали рассылать письма счастья в субъектном федерации, что не рекомендуется публиковать статистику из ЕГЭ с детализацией по школам. При этом большинство на это забили, так вот, по моим, по моим, наблюдениям. Но, тем не менее, история такая была. А вот, если субъект, законодательно эти субъект законодательно раскроет эти данные. Вот что будет? Да, ну, он, ему не запрещено это. То есть он это может делать. Больше того, некоторые субъекты раскрывают. Например, в Москве стали публиковать свой рейтинг. То есть они делают рейтинг, но ну, свой просто. Какие-то еще другие критерии используют. Есть разные школы, рейтинги, которые делают в разных регионах, где это делается, но э, в мире есть э, проекты. Я не, не в этой презентации. Вот у меня следующая будет презентация. Я там буду рассказывать про международный опыт. Я поэтому это не, не включил в это автоматически Там есть международные проекты, э, например, мексиканские. Э, по, э, как раз по школам. Все школы Мексики на карте, в рейтинге можно сравнить, можно посмотреть. Больше того, я вам скажу, что э, в таких странах, например, как США или там, вот у них больше всех даже. У них есть специальные проекты, например, риэлторские. один из самых популярных риэлторских проектов Трулия. Трулия.ком Вот он при выборе э, дома для покупки позволяет в качестве критериев выбирать качество образования, расстояние до школы, какие школы, уровень преступности и многое другое. Они агрегируют это из многих разных источников и дают, ну как бы сводку. У них есть отличия в отличие от России. У американцев, например, все-таки там у них конфедеративная структура и федеральная власть не может обязать, ну, например, там в России или например в Великобритании или в Германии. Ну, Нет, в Германии меньше, но там во Франции, во Франции. То есть там, где страны близки к унитарным либо с сильной центральной властью, там есть централизованные системы. В Штатах нету. И на разных штатах разные, они собираются разных систем штатов. Вот. Эта информация, вот как я вам уже, помните, рассказывал в первой лекции, у нас крайне прозрачная госфинансы и крайне непрозрачное все, что касается качества жизни. В большинстве стран ровно наоборот. Вот просто совсем никогда не найдешь текст госконтракта, но всегда найдешь, кого убили на средней улице. Вот. Ну вот как-то так. Поэтому это вопрос политический. Мне не хочется, честно говоря, в него вдаваться, почему Рособорнадзор что-то пытается скрывать. Я могу лишь предполагать, что слишком много стабальников на Кавказе. Вы же только с открытыми данными работаете. Да? А, ну, я всегда так говорю. Так, смотрите, у нас еще 18-19 минут. Я. Да, вот ну, тогда давайте вопросы, мы-то не будем проектировать эту систему, я давайте да, отвечать на вопросы. Каковы методы работы с закрытыми базами? Вы меня так спрашиваете, как будто я знаю. Вы уже упоминали. Первый метод а, но... с как, смотри, с какой целью. Давайте это, хорошо, давайте э, посмотрим, какие у нас ограничения есть законодательные. У нас есть примерно 65 видов тайн в стране. Это адвокатская тайна, тайна следствия, персональные данные, густайна, ДСП, ну и там много-много-много там всего. Вот. А, вплоть до тайны исповеди, которая тоже потребнику наказывается. Вот. Везде есть свои штрафные санкции. А, самая острая проблема в России вот, глобально это, конечно, тайна, связанная с персональными данными. Ну, все, что касается персданных, это наиболее жестко регулируется, охватывает неопределенное число лиц чаще всего. И вопрос, как с этим работать, ну, вот я об этом не хотел, так сказать, акцентировать, но могу сказать, что проблема, что в образовании, что в здравоохранении, в здравоохранении даже хуже, это персданные. Если у вас с самого начала процесс сбора их не отложен, не отлажен, так что вы знаете все последствия, не привлечен юрист, который это все знает, потом будут проблемы. Даже обмен персональными данными в рамках организаций, входящих в один холдинг головной компании или смежной компании, затруднен, если изначально человек не поставил галочку о том, что он готов передавать каждой из этих организаций. Для каждой нужно поставить галочку. Нельзя сказать, что я там передаю группе компаний ромашки и суслики все свои персональные данные. Ты должен поименовать каждую: там ромашка один, суслики два, ну и так далее. Вот. Если ты это не сделал то дальше судебные иски, Роскомнадзор, ну и все остальные да, радости жизни. В здравоохранении это усугубляется тем, что данные по здравоохранению ну, подпадают под категории защиты и как особо чувствительные, поэтому, например, там разного рода медицинские приложения очень трудно встраивать в российские социальные сети. Вот. Для сравнения, в Евросоюзе законодательство еще жестче, вот особенно с принятием GDPR -а, в США и Китае оно гораздо мягче. То есть китайцы США там, ну они могут делать все что угодно по сути с перс-данными. Китайцы вообще все что угодно, американцы с небольшими ограничениями. Но я бы сказал так, для граждан, например, Евросоюза то, что их защищают, это хорошо. А для бизнеса Евросоюза это плохо. Для граждан США там, или Китая это плохо, то, что компания, ну, вообще, там, американская компания имеет ограничения. Для бизнеса это очень хорошо. То есть, поэтому в Евросоюзе Google не вырастет никогда. Вот, или у нас Google не вырастет. Вот, а в США вырос. Вот. Ну, то есть у этого есть как бы обе стороны, я не знаю, какая ситуация хуже, я сторонник того, что все-таки какие-то, ну, послабления в законе данных должны быть, по, хотя бы по общедоступным данным. И позиция бизнеса на самом деле такая же. Вот я, кроме инфокультуру, вздаляющую ассоциацию участников рынка данных, я могу сказать, все жалуются бесконечно, что даже, вот я говорю, даже в рамках группы компаний нельзя обменяться Вот, Ну, это вот вполне реальная ситуация. Да какой-то пример можете разобрать? Пример какой-то разобрать можете? Вот, ну, чтобы что мы могли бы... Ну, разработки проекта и как вы использовали данные. Ну, в образовании желательно, конечно. Я могу образование. В образовании это будет немножко высосано из пальца, потому что это такая регион, скажем так, сложная система. Я больше делаю федеральные системы. Если хотите, чтобы я разобрал прям живое, я могу взять тему НКО. Вот. Это близко к образованию. Если вы хотите, чтобы я так немножко спроектировал визуально, то по образованию. Хотя я могу про НКО рассказать, как мы это делали. Uh. Придется так. Ну, давайте тема НКО. Я, ну, в общем, кроме всего прочего, занимаюсь большой темой, это проблематика некоммерческого сектора. Он у нас в России сложно устроен, у нас есть Минюст, который как бы им управляет, но при этом у всех есть сомнения, что там у кого-то есть хоть какие-то точные цифры. Вот, с определенного момента мы решили все эти цифры собрать и подсчитать, вот, попытавшись ответить на, на следующие вопросы. Первая. Статистика. Базовая хотя бы. Базовая. Это организации по типу типу, дате регистрации, регистрации ну, и так далее. Ее по коммерческому сектору просто нет. Мы решили, что ее собрать и подготовить что-то вроде такого доклада. Uh, второе, как узнать, как узнать, как зарабатывает НКО, НКО, как узнать, какие НКО соответствуют там разного рода требованиям требования и так далее мы составили примерно три десятка подобных вопросов то есть наша цель была э, изначально вообще понять масштаб бедствия что для этого мы сделали ну первое по, это систематизация информационных ресурсов еще с вопросов. да параллельно идет две темы то есть параллельно идет тема вопросов и правильно идет тема систематизации всех источников информации. Самых разных. От самых, самых, самых первичных. И, да. Ну, схема это некоторое такое более красивое воплощение. То есть обычно э, среднее время рисования схем 2-3 часа. Вот. первый час это рисование вопросов и источников информации остальное время это их сведение, попытка сопоставить, понять где пробелы, например, на какие вопросы нет ответов сейчас и какие системы как бы никуда не вписываются, а потом уже на основе этого написание ТЗ, структуру, систематизации, инвентаризация, которая является частью работы. То есть часть подготовки это подобных, ну ТЗ уже пишется после того, как вопросы поставлены. конечно всегда, но вопросы не обязательно очень детальные. Видите, вот, например, вопрос статистики он еще не детальный. Да, вот потом мы его уже детализируем, например, там у нас там, гендерная статистика, статистика э, по финансовым, по, ну, там, сказать, по доходам, по расходам, по количеству, по типу, по ликвидации, ну там довольно много всего. Дальше системы. Системы. Ну мы начинаем в первую часть с полномочий. Полномочия по регуляции НКО у нас у Минюста, поэтому это УНРО unro min На самом деле, у этого есть еще маленький подшаг первый. Это, скажем э так, сказать, регуляторы, то есть организации, которые за это отвечают. Но мы его проскакиваем, сразу смотрим систему. unro min Дальше это egrul, потому что юрлица. Дальше это госзакупки, потому что поставщики по гос по госзаданиям, это госзакупки, Гос... дальше, поскольку мы думаем про НКО, где НКО могут получать деньги? Это разные рода грантовые фонды. В России сейчас он единственный это фонд президентских грантов. .ru. Фактически у НКО из известных источников государственных всего три. Кузакупки, гранты и субсидии. Субсидии, которые делятся на федеральные и субъектовые. Пока мы это анализируем, мы вспоминаем о том, что есть большая тема социально ориентированные НКО, Санко, и добавляем реестры Санко. СО, НК. Uh, так перечисляем еще примерно два десятка систем. И когда мы начали делать наш портал openNKO.ru, давайте я его вот сейчас напишу. Потом open. open мы использовали всего три системы. Это система UNRO. А, четыре. Госзакупки, гранты, и субсидия. Раз, два, три, четыре. Что? Вот сейчас я как раз расскажу. То есть первая версия — это вот первая версия. Первая версия. 412 тысяч организаций было в Минюсте. 300 тысяч мы нашли сопоставлением ну, тех, у кого были адекватные реквизиты. 412 тысяч Изначально, до да, 300, э, после чистки. Чистки. Мы столкнулись с совершенно адским состоянием э, реестра министерства. Он недостоверен на 25%. Там нет реквизитов, там есть организация, у нее не указано ГРН. 25% организации без ГРН. У многих указаны реквизиты коммерческих компаний. Ну, там куча-куча всего остального. Мы столкнулись первые с этим. Мы над этим долго думали. да, поэтому первая версия, она фактически вот у нас доступна по этому адресу, она сейчас э, публична, но и там тоже та сведена информация, но она не полная. Мы взяли EGRUL в качестве базового реестра. Да, в первом случае мы взяли в качестве базового реестра Минюст. Э, мы использовали EGRUL, но не для интеграции, а только для фильтра. Все организации, которые есть здесь, мы прогнали через фильтр EGRUL, и у нас осталось 300 тысяч. То есть здесь было 412, а вместе 300. Мы решили пойти по другому. Мы решили не по пути сведения списков на исключение, а на сведение списка на расширение. Вторая версия, вторая версия, это 700 тысяч организаций. Она объединяет еще и данные Егрюла. она объединяет реестры Санко и она объединяет данные отчетов здесь, данные бух-балансов и еще куча систем. Здесь вот бух баланса бух, баланс. А, она сейчас в закрытом режиме тестируется. Вот. С чем мы столкнулись? То, что у Минюста нету куча организаций. Мы подняли статистику ФНС, обнаружили, что у статистики ФНС оказывается около сотни тысяч организаций не подпадают под регулирование Минюста, хотя считаются некоммерческими. А также, что государственные организации по статистике ФНС также являются некоммерческими. То есть они делят некоммерческие государственные организации и некоммерческие негосударственные организации. Вот. Для Минюста это немножко иначе. Здесь остались только не государственные организации, но их порядка 700 тысяч, включая ликвидированные. Это то, что мы проделали. Первое ТЗ, которое мы на это писали, это был, да, поскольку это все-таки не госпроект, а вот некоторый внутренний проект, мы писали самое базовое. То есть у нас был описан взять источник, интегрировать с этим данным, с этими, с госзакупками. У нас здесь были самая сложная часть. Давайте попробуем куда бы это нарисовать Сейчас. самая сложная часть это когда мы описываем в т.з. интеграцию данных когда это касается юридических лиц например там или данных по образованию я это момент как-то подробно не рассказывал но с, с людьми это еще хуже кстати вот ну и с организациями это непросто то есть первое это собственно название и н.н. Агроен и другие разные коды в реестре Минюста Агроен ГРН. в Ягрюле АГРН и НН в закупках только НН в президентских грантах АГРН и НН и НН в субсидиях тоже Агрен и ИНН. И ИНН. В а... балансах только, по-моему, там только НН, да. Только НН. Вот примерно вот так. Игру стоит денег. Вот этот проект мы делали как некоммерческий. Но только мы использовали EGRUL, мы использовали стат-регистр Ростата, который содержит связку ИНН -регистр. -регистр. и ГРН. Стат-регистр. Стат-регистр. ИНН и ОГРН. И прежде чем даже написать ТЗ, то есть вот э, этот проект мы делали примерно, ну, начинали делать год назад, мы вот эти все эксперименты провели. То есть взяли кусочек данных оттуда, кусочек данных оттуда, кусочек данных оттуда. Ребята-программисты поработали над этим, сказали, вот тут у нас такая проблема, вот тут у нас такая проблема, вот это мы не можем. После того, как они все это свели, мы написали ТЗ, в котором расписали подробно, что необходимо использовать такие, такие, такие данные, представить такой, такой, такой интерфейс. У нас интерфейс предполагает навигацию, просмотр анде, карточки организации, просмотр списка, фильтрацию, поиск. Базовые вещи. Интеграция должна происходить по таким, таким, таким-то кодам. Так-то, так-то, так-то. Так. Это был, было после примерно месяца экспериментов, после чего, согласно ТУЗе, мы э, работали примерно месяца три, три с половиной на базовой версии, которые вот потом переделывали вот последние еще пол, полгода. А, смотрите, вот этот проект, да, вот по некоммерческим организациям, он делался по заказу фонда Кудрина да, фонд Кудрина. Я, собственно, являюсь членом комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Вот, и э, для него же я делал там проект госзатраты по мониторингу госзакупок, открытая полиция, открытая НКО, еще ряд проектов. Вот, вот этот, про, то есть, ну, особенность того, что делаю я, в принципе, она заключается в том, что прежде чем написать ТЗ на проект, мы проделаем кучу экспериментов. Вот, и кроме, например, открытых НКО. Вот у нас это успешный проект, а есть проект менее успешный, когда мы делали что-то похожее по СМИ. Там мы столкнулись с тем, что когда мы стали копаться в учредителях СМИ, во всей этой иерархии, вообще ничего не понятно. То есть сопоставить издание и юрлицы, которые за ним стоят, оказывается невозможно. То есть там за ним за несколькими брендами может стоять одновременно несколько юрлиц, непонятно как там они к чему принадлежат. В общем там какая-то очень сложная мешанина. И нам не помогли даже первоначальные эксперименты с тем, что мы проверяли вообще работает теория, можно ли синтегрировать это данные или нет. Вот, а с сработало, но единственное, мы выбрали не ту базовую систему изначально, вот, МРО Минюст, и нам пришлось переделать все под ЕГРЮЛ, и сейчас у нас больше данных, чем в Минюста, значительно. Там потребительские кооперативы, например, которых там нет. Мы сейчас чистим. Там в основном проблема не с дублями, а с тем, что в ЕГРЮЛе, это уже специфика этого реестра, очень много кодов классификации, например, как так, кодов с еще старых, кодов 2001 или 2002 года, соответственно, там есть код учреждения, организация, которая в итоге может быть как бюджетным учреждением, так и частным учреждением. И это вычисляя, вычищается уже только вручную, либо ну, как-то так автоматизированными ботами не помогает там таблица перехода, она там в, в одну сторону работает, а разветвлением, а в другую сторону не работает. То есть, да, поэтому мы проверяли по косвенным признакам АКФС. Вот, ну, адская работа, конечно. Если сделать какие-нибудь интересные выводы. Да, да, мы много чего поделали самых разных выводов. Самый главный вывод, конечно, то, что данные Минюста просто можно выкидывать, они бесполезны. Да, это э, только ощущение, что Минюст вообще не занимался, может поэтому там руководитель департамента, который этим занимался, ушел. Мы им несколько больших жалоб написали там, на много страниц о том, что у них 25% реестра просто будем, не бьет. Я могу подождать? Ну, в общем, мы проверили, там большое количество данных просто не бьется. Вот, поэтому, э, не знаю, из-за нас уволился Титов из Минюста или не из-за нас. Мы там мы, письма ему писали. Да, но э, э, мы много чего интересного нашли, например, то, что у нас очень высокий контраст, ну, например, по структуре некоммерческого сектора. У нас госкорпорация зарегистрирована как НКО, вот госкорпорация это сотни миллиардов рублей, вот в год, поэтому считать общую статистику по НКО некорректно абсолютно, вот и можно. Э, Росавтодор у нас зарегистрирован как НКО, только иные там некоммерческие организации тоже там несколько миллиардов рублей. Поэтому правильно по НКО анализировать там некоторыми нарезками, и мы в итоге поняли, что и классификация текущей НКО, она ущербная, она не дает полной картины, что там у нас очень много образовательных учреждений, которые тоже дают искажения. И вот это вот обрезание условно благотворительного сектора от остальных, там, например, частные, ну, например, не все знают, что частные учреждения здравоохранения Газпрома все до единого НКО. Они все, хотя это частные учреждения, частные учреждения РЖД тоже НКО. В формате именно частного учреждения. То есть там очень много коррупции. Да не коррупция, это как это просто специфика. Я не знаю, почему в определенный момент там условно РЖД, Газпром, профсоюзы, все свои пансионаты, здравницы, поликлиники и больницы зарегистрировали как частные учреждения и попали в реестр Минюста. Они но они коммерческие компании, они, но частное учреждение это та форма, в которой даже некоммерческая форма непонятна, потому что в отличие от, от остальных там есть ответственность учредителя у нас в россии же особенность в том что если у тебя некоммерческая организация за исключением частного учреждения учредитель несет никакой ответственности в отличие от коммерческих компаний а частное учреждение единственная форма в которой несет вопрос зачем они тогда это делали иван можно вопрос. Да. А, а, можете какие-то рекомендации дать нам по работе, да, допустим, вот мы там три модуля у нас, да, вот что вот рекомендуете, вот мы сейчас составим список тоже источников данных, да, вот про пройдем этот список, вы потом говорили, что результатом работы вы видите ТЗ, вот на каком этапе вы думаете, что ТЗ выйдет, на третьем этапе, у нас на втором или вот нужно Знаете, уже делать сейчас сам в начало. То есть я, я бы сейчас сказал, начните писать видение с самого начала, прям, ну так вот, что вы хотите. ТЗ параллельно с этим, потому что оно будет меняться, ну, оно, вот оно финализируется. Но лучшая версия, когда вы напишите, потом перепишите полностью, потом еще раз перепишите полностью. Лучше 10 раз переписать, чем не написать вообще. И я могу сказать, что вот, ну, вот моя личная позиция, что экспериментировать надо с самого начала с данными. Чтобы ту историю, которую вы вкладываете, вот, а вот мы вот тут сведем вот это, вот это, вот это, хотя бы маленький кусочек этого извлеките и попробуйте там, ну, собрать маленькую команду хотя бы одного разработчика, одного специалиста по базам, который бы попробовал это интегрировать. Потому что есть высокая вероятность, что это может не получиться. Всегда э, здесь баланс возможного и желаемого. Поэтому вот первые эксперименты, второе видение, третье ТЗ пишите сразу. там... Я бы сказал так, они жаловались, конечно, изначально, вот я когда Титова поймал за в Госдуме, сказал, что же у вас там какая хрень творится. Он, да, и при депутатах сказал, что же у вас тут вот там реестр недостоверен, но он там начал оправдываться, что нам в таком виде передали и так далее. Но передали-то им 15 лет назад. Да, так что... Ну, никто это не проверял. Ну, вот давайте для, для примера. Гофро, про который мы говорили вот ранее. Когда казначейство стало его создавать, и ему этого реально было надо, или реестр участников-неучастников участников процесса, то я могу сказать главные особенности. Первое, они вычищали одновременно и саму систему, и ЕГРЮЛ. Там и там, и там были ошибки. И сейчас в ягрюле куча ошибок. Это, это правда. Но просто меньше, чем в других системах. Второе, важная характеристика любой системы, которая нужна, это наличие обратной связи с пользователями в Минфин мы пишем в среднем раз в месяц о том, что у вас тут ошибка в субсидии, о том, что у вас ошибка в реестре участников, о том, что вот у вас тут какие-то данные неправильные нашли. И они исправляют. Надо с задержкой в 2-3 месяца. Но они отвечают и исправляют хоть как-то. Минюст не реагировал вообще ни на что. Да, это вот, ну, некоторые важные особенности. Например, Минкульт не просто отвечает, там, Минкульт по всех каналах, там, Тимур Олейников, который у них ведет, там, собственно, порталы данных, он и в чатах присутствует, и на письма отвечает, и на самом портале данных у них там есть, нашли ошибку, напишите сюда. Вот, ну, это работает. Вот. А когда этого нету, то, ну, я могу вам порекомендовать, если вы делаете внутреннюю систему, не бойтесь публиковать, в том числе, даже ошибочные данные. Это не страшно, когда вы делаете дисклеймер, что вы отказываетесь от ответственности, публикуете как есть, и даете возможность обратной связи. Это очень хорошо воспринимается пользователями. Ну, время у нас практически вышло. Да. Или еще есть. До 14.35.